сели, сейчас покажет. Класс. Как спастись от бешеных псов? Врага, где чужой? Чужой. Верный? О, а ты дали высоко, смотри, не упади, крепче держись. Верный? Верный? Дай. 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 Где Василий? Где? Верный? Дай. Дай. Ну-ка доставай его. Вон он. Вот и все, он так может теперь провисеть долго. Ему не страшны никто. Ну-ка, скажи что-нибудь. Смотри, не упади. А что вам рассказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Вот. Больным прикидывается. Задрался на дерево и дался. Дался сейчас. А как ты тот раз вниз головой висел, ботинком зацепился где-то? А, Вась. Ураган! Верный! Где чужой? Где чужой? Голос! Голос! Привет! Фос! Оп! Верный! Оп! Доставай. Я тебя не достал, верный. Дай. Хорошо. Я не достал, верный. Дай. Дай, 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 дай. Вон он где высоко. Прыгай, верный, верный. Ну-ка достанешь. Вперед. Верный. Нет, ко мне. Верный. Дай. Хорошо. Верный. Верный. Дай, дай, вон он, залез ему и что, ничего. Сейчас вниз головой зацепится ногой и будет там. Вот, говорят, что труд создал из обезьяны человека. О, верный. Верный, возьми опор. О, подразни, как Маугли-то. О, фас, фас, верный, фас. О, вон они. Вон они его. Это шибко нам, не смотри, хрупкая не лазь. О, верный, чужой. Чужой. Выдался. Чужой. 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 О, оторвали. Хорошо. Это да. Что, это хочешь сломать? Ого. Чужой, фас, верно, фас. А чего не удержался? Слабо. Вон они. Хорошо, ураган. Фас. Фас. О. Верный. Фас. Фас. Ты держи, чтобы он не взял ее. Фас, верный. Фас. Хорошо. Фас. Хорошо. Фас. Поднимай вверх. О. Хорошо! Хорошо! Это да! И ты прям его удержал на весу! Ничего себе! О, пошла массовка! Ай да, Василий, а! У нас один тоже по деревьям лазил такой, Роман Малыш. Чем вот дело кончится, неизвестно. Да, уже кончилось.
Видал что-то? Верный? Фас! Фас, хорошо. Верный, фас! Фас! Хорошо, о! Фас! Хорошо, верный. Фас! Хорошо, о! Верный! Фу, фас! Фас! Верный, фас! Верный, чужой, вот, вот. Верный, верный, фу! Ко мне! Фас! Фас, хорошо. Держать, держать. Она тонкая, ломается. Хорошо. Фас. Держать, держать, верный. Хорошо. Все. Пониже маленько. Фас. Фас, чуть-чуть. О, фас. Фас, хорошо. Эх, отламывается. Тоненькая. Надо веревку тебе было дать. Фас, а сейчас лови опять его. Ай, хорошо, верный. Верный, фас. Фас. Не, не ту. Верно, верно. Вот. На, фас. Верно, вот. Фас, хорошо. Держать. Хорошо, держать. Держать его. Хорошо, держать, Вася, его. Держи. Отлично. Вот, откусил. А если бы-то... Ног... Отпустил, отломил. Но. А ногу так слабо ему отпустить. Хорошо. Она короткая уже. Фас, верно. Фас. Вот, хорошо держать, красава, верный. Хорошо. Отпускай его потихонечку. Или короткая палка у тебя. Это он упадет, смотри. Хорошо, держать, Вася, держать, держать. Держать. Хорошо. Вот, верный, хорошо. Все. Отломил. Ничего у тебя силы какие, Вася. Собаку держишь двумя руками. Трясущуюся причем. Я и то не могу удержать. Ну что, слазить будешь? Время, что ли? Да не время. Тренироваться можно. Ну, не устал? Да нет. Ну давай, тренируйся. Собаку брать. О, о, верно, хорошо. Тряси его, там как раз попрыгает. Фас. Фас. Снег идет. Хорошо. О, на верхотуру, которую залез. Фас. Ничего себе. А ты, Вася, альпинизмом не занимался? Нет, только по деревьям лазил. Ну, понятно. И часто ты по деревьям лазишь? Нет. Часто по деревьям лазишь? Да, это разленился. Разленился? Несколько лет не лазил. А. Лет пять. А до этого частенько лазил? Ну, до этого лазил, ага. Тренировался? Да, и там это... кедровые это, насаждения были. Я лечил зубы хвоей. Ну, что-то разленился, вот, и зубы упали. Зубы упали. Да. Хорошо, верно, хорошо. Поиграй, хорошо. Вот это да. Слушай, куда он полез? Сбрендил мужик. А с одного дерева упал вообще зимой. Самой верхотуры и все сучки обломило и на землю встал. Ну ничего, ничего не сломал. Умом не тронулся? А нет. Нет. А ты говорил, что у тебя черепно-мозговая травма-то у тебя когда была-то? Ты с дерева упал, ты говорил-то? Нет. А откуда?
Ну я тебе говорил, сидел, грелся наверху в 16-м году. Ну, заснул и упал на бетонный пол. Там где-то, ну, под метр где-то было высоты на бетонный пол. А где ты так высоко грелся-то, спал? Ну, в комнате у хозяина. А, так высоко, что ли? Кровать была? Холодный пол. Я повыше забрался. Хорошо, хорошо. Ай, хорошо. Не достать тебе, не достать высоко. Хорошо. Ты выше-то не лазь. Упадешь, не соберем. Все, Вася, хватит. Слезай, темно уже, пошли домой. Кино посмотрим какое-нибудь. Арчи! Арчи! Иди сюда! Иди на. Арчи! Иди ко мне! Хорошо ко мне! Ах ты молодец! Хорошо! Хорошо! Ой ты мой зайка! Вот ты мой сладкий! Иди гуляй! Вот он, верно! Да! Алло, мы ищем таланты. Кто бы подумал-то, что Вася способен на такое. Тихо, момути, говорят, водятся. Господи, живой. Вот он. Свои, 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 верно. Это свои. Это верно. А, это верно. Да. Вон он как тебя полюбил. Вот он. А кто это? Кого я тянул-то? Верного. Верного. А, смотри, он еще прыгает. Вон он. Вот видишь, вот до этой ветки не может достать. А вот это вот можешь вот так вот двумя руками взять. И раскрутить его. На. В перчатках только. Не-не-не-не, не так. Фу! Ураган! Нет, Вась, ты как мотоцикл бери с двух сторон. Как за мотоцикл с двух сторон бери. На велосипеде ездил, да, вот так вот. О! Ураган! Фу! Иди из угла, выйди сюда его. Вытащи. О, сломал. Брось, брось это все. Надо потолще где-то найти. Вон, потолще, сучок, вон, возьми. Вон, по-моему. Этот. Фу. Вот тот тут. Вот этот толстоватый, может, выдержит. С той стороны. Так вот отломить. Врага, фу. Ураган, фу. Все, давай, кружи его. Это карусель. Центробежная сила. Сможешь? О! Нет, ураган, фу. Тебе надо на это выйти, на. На твердое. На твердое. Ураган! Фу. Держать, верный. Ураган! Ну что, не получается? О! Ураган! Фу! Помогай. Ураган! Фу! Он куртку порвет мне. Ну-ка, на, поснимай, я попробую. Куртку порвет. Держи. Ты камеру-то не закрывай. Верный? Верный.
О, пошел. Держать. Какая тренировка у меня откуда? Я ни разу не тренировался. А попробуй. А это легко на самом деле. Верный? Ко мне. Просто поближе к себе. А он лапами. Держи. Врага, фу! Все. Э, Арч! Уйди. Не мешай. Во! Фас, фас держать. Ну, пусть он упрется ты сначала. Ничего, позашьем. Че, не можешь крутануть его? Держать. Вот, хорошо. О! Нет, слабоватый ты для него. Без тренировки ничего не будет. Да, ну будем тренироваться. Что-то он мне в пахоте заехал. Лапой. Когтем. Когтем. Ну, бывает на тренировке всякое бывает. Размялся маленько? Ну. Ну все, пошли домой.